Всем привет, с вами Ньюи Зетс, вы на канале Фрикаделька, а это у нас симулятор супермаркета. Да, всем привет, и как видите, продолжаем мы в этих складах шарохаться, у нас да. Тут все закупки, все работы грузчика, и вот это все. Я все-таки предлагаю, давай мы сейчас вот успеем докопить чуть-чуть, и давай расширим. Давай, давай, склад. давай. Либо сейчас... возьми кредитик. Ну, либо возьму кредитик. Да. Я сейчас только злаки куплю. Представляешь, да, мы же банку отдали просто так 750 баксов. Сейчас уже 750 баксов, конечно, это такое себе. Нет, тут ты смотри сам, там кредит есть вообще на 5 косарей. Блин, чувак, возьми вот эту одну штуку, ну что ты ее... Генри, смотри, на штраф нарываешься. Ты что, бросил, что ли? Кого? Кого он бросил? Подожди. А, нет. Он обратно несет. Так, паста. Одна штука. Он поэтому и взял. Да выставил. Короче, не мешай человеку работать. У него, может быть, идеально бы туда вошло. Если бы ты там не вмешался. Все может быть. Да. Все может быть, конечно. Паста и паста. Мука. Говорю, давай подкопим. Хоть бы запустил магазин. Да сейчас запущу магазин. Мне мука нужна. Все. Работаем. Работаем, все работаем. Ебашим, ребятки. Зарабатываем деньжата. На. А, у меня есть мука. Хуй его тучи, это муки, блядь, я начну ее все наберу. Потому что написано у тебя 11 штук. Пасты у меня нет. А ты что, только что вместо пасты опять муку взял? Ну, это мука, она постоянно мне попадается на глаза. Мне кажется, брал пасту. Я взял, но ее уже нету. Понятно. Чоко Криспи. Сюда. Сюда, что там? Чё ты? Ты что-то везде поставил по одной штуке, блин. А как он тебе это засунет-то, если оно невпихуемое? Невпихуемое. Чё, где покупки, я не поняла. О, пошли. Хотел уже это, пойти пиздюли надавать всем. Чё, как-то скромно там пищит. Картофель. А чё пицца, картошка не идут, я понять не могу. Тут все ППшники, что ли? Видимо, не едят они такое. О, господи. Вау. Так. Что ты делаешь? Смотрю. Пойдем посмотрим, как люди у нас покупают много всего. Да не, можно уже на самом деле. Потихоньку на раздел копить. Ну, на раздел нам, в принципе, еще сколько? $300, по-моему. Ну, ты так любишь тратить деньги. Склад. Будь здоров. А, спасибо. Так, склад-то нам не нужен, раздел магазина, наверное, вот $1300. А почему склад нам не нужен? Ну, склад еще влезет, конечно, одна полка. Наверное, хватит. А-а-а. Пока временно. А вот магазин надо, наверное, уже расширять. Но расширение магазина за собой сразу влечет поток клиентов. Тоже верно, кстати. Тоже верно. Надо с этим потоком справляться. Да. Так что, наверное, да. Надо, во-первых, вот тут сделать как-то правильно. Ну, он сделать. Когда расширится, ты пока не трогай. Расширится, будет понятно, как это все переставить. Ну, можно, кстати. А, нет, так нельзя. Вот. И вообще, наверное, просто это сделать потом вне видоса. И показать красоту. Слишком дорого для него. Слишком дорого для нее, да. Обалдеть. Пик. Ебать, сколько тут однотипных людей.
все такие одинаковые. Ты что там несешь? Ага. Молодец. У меня там еще картошка лежит, кстати. Что-то задумался. Блин, конечно, все хорошо. Ну ты как-то вот один 1200. Апельсин, один апельсиновый сок, один. 1200. Сколько надо было? 1300? Да, а, 1000. Ну это если магазин расширять. А если склад? А склад 1100. 1200. Да. 4 на 4 метра он будет, квадратненький. Угу. Вот так, минимум, вдаль уйдет. Да. Ну думай. Думаем, думаем. Нам по чуть-чуть, так-то по чуть-чуть, нам так-то вот совсем чуть-чуть осталось, чтобы мы могли второго кладовщика нанять. Ну да, нам надо второго кладовщика накопить. И вот просто понять бы, оно от чего зависит. Мне кажется, мы сегодня накопим. Мне тоже кажется, что мы накопим. Так, ну тут надо смотреть, во-первых, ну надо заказы в любом случае, конечно, набивать все, потому что без них, без продуктов, то мы, конечно, помрем. Вот, как накопим, сразу кладовщика второго точно нанимаем. И если что, возьмем кредит и все-таки расширим склад. Тоже верно. Апельсиновый сок надо. Паста нужна. Почему каждый раз туда заходишь, а у тебя там какие-то рандомные буквы? А это, видимо, он как-то фиксирует, что ли, вот когда я, вот, видишь, нажимаю. И он их до сих пор фиксирует. Я не знаю, зачем он это делает. Это то, что ты двигаешь? Да, я тебе по этой говорю. Прикол. Кофе нужно. Так. Почти. Кофе, арахисовый паст. Ладно, сусу я купил. Угу. Картофель я взял. Это я взял. Мука. Синяя. Красной полно. Видимо, оно от... Картофель фри, что у нас? Денежных средств как-то зависит уровень магазина. Так, ну можно арахисовое масло купить, конечно, и яйца четырех эти. Арахисовое масло и яйца. 22 уровень! Ура! Все, можно нанимать. Можно прямо вот прямо сейчас можно его взять и вот так вот. Не справляемся. Найм. Опа-на! Кто там? Покажите мне его. Этого бедолагу. Вот он. Это Генри, подожди, вот это новенький. Это брат опять. Ну, опять брат Генри. Да. Генри и Грегори. Но мы их не будем различать, поэтому. Это будет Генри 1 и Генри 2. Да. Мне кажется, в магазин надо еще лампу ставить, если честно. Пиздец какой-то. Да не, магазин... Посередине хотя бы еще нужна. Ну, типа, вот сюда можно воткнуть, ладно. Да. Так, ну вдвоем они уже пошустрее все пошли уничтожать мне запасы. Ну вот. Так, стоп, ты я что-то купил, что ли? Да. Ага. Паста, конечно же. Реально грузчика не хватает, пипец как. Пипец, как грузчиков не хватает. Грузчиков, ведите грузчиков. А, кстати, еще для, как его сказать, для более реализма, наверное, надо, чтобы моралось тут все. Моралось? Уборщик нужен. А, ну, может быть. Ну, сейчас лето, типа. Все равно морается должно все. Ну, типа, если чел делает один, понятное дело, что это очень долго будет делаться. Но, по идее, да, для реалистичности, хотя бы погодные условия. К примеру, если дождь идет, то люди могут зайти там и натоптать. Но тоже не сравнивай тут какой-то условный американский городок с российским Уралом. Ну, тоже верно, где там конечно. Полный пиздец. Там дождь прошел, и все. Но они в ЛХК-то, кстати, неплохо так разносят мне склад, я тебе скажу. Можно его расширять. Склад, да, наверное, можно уже расширять. Ну, денег даже хватает, но мы, наверное, на продукты вначале потратимся. Мука синяя опять.
Это что такое? Это рис? Яблочный. Хотя в любом случае нужно и склад, и плюс еще сразу несколько стеллажей. Сок. Опять кола. И там у тебя уже, скорее всего, просто на одной полке будет всегда один товар. Ну вот, может быть, не считая мелкого. А куда вы сок-то апельсиновый постоянно утаскиваете? Ну, люди пьют апельсиновый сок. Тебе что, жалко, что ли? Хлеб нужен. Угу. Кола нужна. Не такая. Ой, не забывай, что уже 9 вечера, ты ничего не закажешь. Да, но я набью. А лампу ты хотел? Лампу. Ну, можно лампу. И не только лампу, на самом деле. Ну, давай парочку ламп. Одной хватит, ладно. Ну, и можно заказать полки еще, на самом деле, одни. Думаешь? Зачем? Надо, я думаю их. Думаешь, ладно. Так, полки одни. Ао. О. Хорошо, хорошо, идет. Тунец. Тунец. Че еще можно заказать? Ну, можно заказать масло какое-нибудь. А, 9 вечера. Все, закругляемся. Давай посмотрим, что там дальше. Отлично. Так, апельсиновый яблочный сок подорожали. Замечательно. Замечательно. Че, вы там справляетесь? Нет, дайте я закажу сразу товар. И расширь сразу, и поставь все... А этот. Черт. Надо было, блин, пару стеллажей в этот поставить. Так. Заказать в склад. Да у меня там некуда места-то было. Я к тому, что расширь склад. А, сейчас расширим. Сейчас я все составлю и расширю. Я сейчас сразу открою заодно магазин, когда тут буду прибираться. Чтобы хотя бы продажи-то шли. Ну да, это правильно. Тем более, два кладовщика вроде уже могут что-то сделать, да, с этим и делом. Да, и два кассира тоже. Не, в целом можно расширить магазин еще. Не-не-не, что-то мне кажется рановастенько. А вот. Моцареллы. Ничего себе. Лампушка. Вот здесь где-то по центру мы хотели, да. Нормально. О! Похоже на что-то. Вот сюда пока, да, поставь сзади. Пока тут. Все, включай. Магазин врубай. Так, работайте. Я пошел. Пошел заниматься важными делами. Расширь склад. Расширять склад. Да. Менеджмент счета. Платим сразу. Склад расширится. Сколько? 1881? Да. Какого-то. Уху-ху-ху! Неплохо. О! Это что? Это дверь? Выход. Охеренно. В магазин. Это очень хорошо. Теперь мне надо больше через улицу шарахаться. Иди. Ты же видишь, я переставляю. Хер ли ты лезешь? Тоже так же поставь. Ага. Неплохо. Да, пойдет. Ну, отлично. Склад у нас процветает.
Что там еще? 3-4 стеллажа, наверное, влезет в общей сложности. Ну, тогда это можно сюда уже двигануть. Не запнуться? Да не должны, наверное. Хоть зайди через новый вход в магазин. Да, ну как вот тут? Неплохо, неплохо, хорошо прям. Да. Прям замечательно. Так, ну тут со остатками, конечно, следить. Так. Что ну ж? Нет, неплохо на самом деле, очень даже замечательно. Пармезиана надо. Пармезиан. О, что-то по злакам у нас просадочка. Как ты любишь? По всем злакам. Это что? Курица. Курица. Ну, хоть курицы стали торговать. Интересно, а следующее с едой там что входит? Я сейчас посмотрим. Просто хочу посмотреть, что именно входит. Ну, нет, пора вводить грузчика, конечно. Без да. грузчика вообще как-то ни туда, ни сюда, блин. Зря купил. А там есть место для этих? Да ладно тебе? Ну, я бы сам выставил просто быстро. Да поставил ее. Так, моссорелка. Пармезиан. Еще пармезиан. Да. Сырок. Еще сыр. Там еще, наверное, моцарелка. И там, наверное, моцарелка. Оп, моцарелка. Все замечательно. Так, пироги. Неплохо, хорошо. Что-то сусу опять. Ты хотел лицензию глянуть? А, да, сейчас глянем. Сусу, пирог. Курица, блин, две штуки опять надо. Сейчас картофелем. Картофель. Мука красная есть. Хлеб. Представляешь, как бы это было тяжело, если бы ты еще чувствовал реальную тяжесть всех этих, блин, это коробок. Да. Это да. Молоко. Че потащил? Как раз. Ой, эту пасту опять. Пасту давай тогда. Пасту. Картофан заказал. Колу. Вода, блин. Вода. Все. Все. Так, что там у нас по лицензии последующей, да? Да, чисто. Ну, надо уже отбеливать или взять? Ну, это после расширения магазина всякие, чтобы отдел сделать отдельный под эту всю фигню. Ну, да. Там опять сыр идет какой-то. Кофе светлые обжарки. Еще вода бутилирована. Яйца по 12 штук. Там, видимо, у нас по 8, по 4, сейчас по 12. Окей. Рожки пойдут. Коричневый сахар, зеленый чай. Ну, а посмотри дальше, в ту же цену. Мусака, лосось, гратен с гребешками, стейк, большие это суши. Это готовая еда, короче. Суши маленькие, отбивная из телятины. Готовая еда там идет. Ну, отбеливатель, да, наверное, надо. Надо вот это брать уже. Да, надо бы. Свет включи. Я ж включил. У нас склад расширился, да. У нас ламп не хватает. Да. Ну, надо. Ну сейчас, подожди, перетаскаю. Хотя, подожди, время у меня есть немножко. Маркет, мебель, две лампы. Надо быстренько заказать.
Картофель фри. Куриц. Нет, не надо картофель фри. Я ошибся. Ладно, две лампы купим. Отличненько, пироги. Не, ну вдвоем они как бы в два раза быстрее работают. Логично. Поэтому не успевать что-то начали. Но мне все еще грузчиков не хватает, чтобы они все это растаскивали по местам. Ну грузчиков, видишь, пока игра вообще не предусматривает. Так надо предусматривать, уж. Это же логично. Или я не думаю, что типа совсем человеку нечем будет заняться? Ну, может быть, есть такая, да. Возможно, такая идея. Но ничего подобного. В целом, это суть, главная суть в этом. Да, типа сделали бы так, что через какое-то время у тебя появляется возможность нанять грузчика, а ты сам можешь сидеть за компом и типа буквально там следить за остатками онлайн, да, там, грубо говоря. Пипец, конечно. Ну, я вижу, что уже что надо соду заказывать опять. А, яблочный сок опять подходит к концу. Спагетти подходит к концу. Синяя мука. Дешевая, точнее, мука. Опять курицы нет. Опять курицы нет. Еще по Криспи. Есть еще. Кофе вообще опять кончается. Сейчас чаем вообще не берут. Ну, что-то как-то да. Тунец хорошо берут зато. Блин, тунца что ли поесть? Тунец хорошо. Так, ну все. Так. Все, день кончился. Все, все продали? Да. Молодцы. Товары не найдены один. Даже был один раз, что не найдено товары. Да, сливочное масло, сыр, сода. Сода-зап какой-то. Зап это этот, зеленый. О, господи. Давай даже так. Сливочное масло там, по-моему, было. Да. Чего? 2.53. Как у меня и так дешево. А? У меня и так оно дешевле. Тебе говорят, что оно относительно цены подешевело или подорожало. Относительно вчерашнего. А не относительно твоей цены. Подожди, сливочное масло, сыр, по-моему, какой-то еще был. Обычный, по-моему, вот это. Да. Хорошо. Заказываем. Открываем. Тей на расширение магазина сейчас хватало. Хватало. Ну, хватает. Нет, хватает, возможно, и так. Там буквально один чек. Расширение магазина — это больше людей. Больше людей — это больше денег. Это понятно, это все замечательно, но я думаю, больше еще денег это, я это думаю, еще одиночек надо это. Нет, просто я почему тебе об этом говорю? Ты можешь расшириться сейчас в серии, а потом уже между, как бы, до следующей недельки попрокачиваться, чтобы все красиво расставить и все закупить. Что-то он втупил. Слышь? Ну ладно. Ну, видимо, на этом сейчас мы закончим, потому что мы без одного кладовщика мы тут прикурим. Он, походу, что-то это... Не понял ничего. Чел. Ну, попробуй сохранить игру, как ты обычно делаешь. Да нет, давай, конечно, попробуем уволить и нанять, как там люди говорили. Зачем? Да нет, попробуем. Это деньги. Попробуем разочек. Пожар. А если это не он? А это был не он. Ну ты лох. О, одумался. А... То есть ты только что опять всрал $200? Ну серьезно? Ладно, что теперь делать-то?
Делать так, как я говорю. Ладно, выход меню, давай попробуем. Продолжить. Вот. Но ты всрал $200. Ну ладно, они, видимо, оживают только так. Ну ладно, и по поводу уволить и нанять, имелось в виду не то, что он тупит, а то, что он мешается, когда ты переставлял все. Подожди, они не побросали случайно? Нет. Все на свете? Нет. Ты что там взял? Не. А, так и побросали, да? Ну, побросали все нахер. Правильно, ты его внезапно уволил, а потом принял на работу обратно. Он даже от этого сразу выбросил все из рук. Что-то масло пипец исчезло. Молоко исчезло. А что ничего не продается? Пипец, вообще все исчезло нахер. 12.48, где продажи? Слышь, предприниматель, тебя это не волнует случайно? Да, сейчас они пойдут, не переживай, они сейчас... И ни одной пикалки не слышу. Сейчас все будет. Вот. Слава, яйца. Яйца, масло, блин. Ну, как бы выживать-то выживаем. На какие-то тут, видишь, деньжатки зарабатываем. Да. Молочко. Еще молочко. Еще маслице. Ага. Оливковое. Конечно же, арахисовая паста. Конечно же, обычные яйца. Арахисовое масло еще одно. Паста. А, ну да, паста. Еще яйца. Еще оливковое масло. Еще арахисовая паста. Ну, нормально. Так, плохо. Сусу, я только что же поставил сусу. Ну, значит, его утащил. Куда-то. Можно мне поставить вот сюда вот уже эти криспи? Мне не нравится, что их так много. Ага. Почти. Окей. Вы что, красную муку дотратили? Нет, еще. Еще нет. Но мне опять уже надо заказывать пасту. Возможно, мне надо будет потом вне видео купить 6 стеллажей и сделать не по одной полке у каждого товара, а целая полка у товара. Я тебе об этом уже говорила, да, возможно, есть в этом смысл. Уже больно так поудобнее. Все тут распределить. Сода. Свет. Угу. Блять. Да, кстати, неудобно. Ну, здесь касса, видимо, полюбас будет стоять. Она не перемещается, эта кнопка? Ой, так можно было сделать? Серьезно? Ну, это все, упаковали обратно. Заебись. Курица. Ого. Чё ты? Я там что-то наш товарищ затроил. А, это да, это я видела. Мука опять нужна. Паста нужна. Ну прям безудержное веселье. Да вообще, знаешь, некогда тебе что-то делать, потому что... некогда отвлекаться, ничего ты отвлекешься, и все, и конец. Понимаю. И они сразу же это.
Все тратит. Что это, курка? Курка, она. Кура! Вообще все растратили, все потратили. Кошмар какой-то. Не, ну это реально какой-то симулятор грузчика уже перерос, поэтому... Ну да, я тут согласна. Это уже такой... Тут не просто... симулятор супермаркета, владельца супермаркета, а симулятор грузчика, блин. Да, мы просто... туда-сюда с товарами бегаем, как бы, и всё. Что бы создали нахрен симулятор комплектовщика? Ну, комплектовщик поинтереснее хоть будет. Но симулятор грузчика — это, конечно, что-то с чем-то. Да. Ну, времени все, не хватит мне уже ничего сделать. Да, ты ничего не можешь не заказать, ничего. Воу-воу-воу-воу. Че, вы тут накопили-то очередь, вы че? Да, тут, походу, не только расширение магазина требуется, а еще и третья касса. Да. Ну, это прям не будет, будет не супермаркет в итоге, это будет гипермаркет. Супермаркет. Пока супер. А потом будет гипер. Опять все в одну кассу встали. Это долбоёб, я чего могу сказать. Еще заходит? Да. Генри и Генри. Ой. Какие-то новые лица появились. О, господи, что с ним? Чёрт, у него даже рубашка мятая. Ну, он устал. Он выглядит плохо. Устал, он устал. Сейчас посмотрим, что он взял. Я знаю теперь, кто у нас будет ходить за пивом, когда мы купим лицензию. Ну, вот так вот, да. Но пива нету. Официантики какие-то. Официантики, но они так похожи, только цвет волос другой. Похоже, но... Тут, походу, деревня инцестеров. Да уж. Ну, давайте, давай, давай, последний. Саня такой, типа, хули я один работаю? Вообще есть кнопка, типа, отбить товар, а потом сделать 3x. Смотри, там материализуется просто. Его продукты. Он выкладывает, выкладывает. Курочку ему отбивай. Вот, молодец. Не, слушай, если такая, то смотри, какая она гигантская курица. Типа за 1000 рублей, там, наверное, блин, килограмма на 5 весит. Ну, может быть. Ну что, все? Может быть. Мы справились. Мы справились, ребята. Можем заканчивать этот день. Мне нравится, как коробка буквально, прошу прощения, какает продуктами у них. Это вообще великолепно. Вот. Ну, я думаю, на этом все. Да, мы на этом закончим. Что ж, спасибо за просмотр. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. И до скорой встречи в новых видео. Пока-пока. Пока-пока.